Отлично. Рики, I hope you can manage the truck with the bikes. Погнали, ребята. Сядьте в машину. Понял. Так, вот эта машина, да? Так, увидимся на Литл Портола. Ну все, погнали. Направляйтесь в ювелирный магазин. Отлично. Ну, по крайней мере, ограбление должно просто на 5 с плюсом сработать. Listen, I stuck my neck out for you here. Man, you don't need to tell me that shit again. I got faith in you, F, but you're unproven. Unproven? For real? So I didn't prove... Hey, what? Ёб твою ж тивичу, да? So I didn't prove myself when I jumped off the back of that yacht on the highway, huh? Yeah, but these guys don't know you. They see some gangbanger with a happy trigger finger. They got money and their freedom on the line. I ain't gonna fuck this up, man. Good. I got enough shit to worry about. Машина вроде... Да, действительно, взяли мы, конечно, дешевых людей. Но опыта у них, конечно, маловато, да. Но берут зато мало. Сэкономили, да. Молодцы мы. I cool. You cool, digga. Alright, when the gas is in the ventilation system, give us the word. For sure, man. Ну, пойдемте. Залезьте на крышу. Окей. Excuse me! Exterminator! Блин, что ты орешь-то? А, здесь никого. Ну, конечно, здесь никого. И в прошлый раз не было. Ну, правда, он не знает. Когда мы за Майкла-то играли, там тоже никого и не было. Все вообще наплевать. Так, ладно, хватит так ходить. Хотя, стоп, лучше, наверное... Господи, опять он орет. Ну, вдруг кто-нибудь на крыше... Ладно, пофиг, тогда не будем прятаться, раз он так разорался. Это что ж такое-то? Ладно, вперед. Неуклюжий Франклин. Перепрыгиваем. Смотри, не падай, окей, чувак. Почти добрался. А, ну я знаю, откуда надо забросить. Вот, вот это место, да-да-да-да. Где мы за Майкл-то и были. Играли за него. Разведывали, так сказать. Окей. Так, удерживайте L1. Используйте, чтобы выбрать без газ. А где газ? А, вот он. Ага. Я уж испугался. Думал, сейчас канистрами будем кидаться. Держите, что прицелиться, что бросить. А, ну все. Так, бросили? I told them to fix that goddamn AC. What's going on? Да, что происходит? Ну сейчас ты узнаешь. Мы сейчас тут по-крупному будем воровать. Да, ребятки. Давайте. Так, давайте. Как? Рядом с витриной. А, ага, понял. Слушайте, это Payday 2 какой-то. Офигеть, чего тут только нет. Need for Speed, Payday. Звуковый МН. Так, быстро бьем. Ну, блин.
Походу, хакера бы хорошего выбрали. Типа полминуты? Обалдеть. Кого мы взяли, а? Твою мать, тихо! Уходим, уходим, уходим. Так. Четыре звезды? Обалдеть. Это называется, так сказать, стелсовое прохождение, точнее, ограбление. Офигеть. У меня даже слов нет. Обалдеть. И какая тогда разница в скрытом режиме или, ну, имеется в виду, газом? Просто надо было пушки брать, да и все. Блин, что-то я, походу, ступил. Ну откуда ж я знал-то, что вот так все будет? Такой бред. Так. Ну, хотя бы на байках круто. Вот это вот, да, нифига вы, ребята. Ёп! Твою мать. Лошок. Да. Блин, твою ж дивизию. Бедного парня. То ли там придавило, то ли задавило. Че он там? А, он... Ой, ёб твою мать! Так, понятно. Сядьте на мотоцикл. Походу, нам тоже недолго жить осталось. Я смотрю на жизни. Хотя, нет, они еще восстановятся. Ладно, нормально. Едем, 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 едем. Ой, жалко все-таки парня-то. Ой, блин. Тихо. Спецспособность. Ну, конечно, я про нее опять забыл. Всегда вот забываю. Ну, тут-то вообще ровная поверхность, имеется в виду. Тихо, вот тут вот можно. Запустить ее. О, вот тут. Надо спокойнее быть. По-тихому ехать. Блин, сколько мы едем-то? Все по туннелям. Четыре звезды. А вообще не спадает? Мы уже давно бы. Странно как-то. Да, грузовик должен быть где-то рядом. Да, тихо, 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 тихо. Не хочу упасть. Ой, блин. Ой, кого мы взяли на ограбление? Ой, надо было реально не скупиться, а нормальных людей брать. Ну, что делать? Так. Давим их, чертовой матери, сраные копы. Давайте на таран. Готов, голубчик. Все. Убери легавых. Давно уже сделал. Ну, еще одна машина. Блин, я даже ее не сбивал. Да. Вот еще одна. Вот это вот. Собьем спокойненько. Первый раз вообще не увидел, что она из туннеля. Что произошло? I should have paid for a better gunman. What happened to his part of the score? I managed to pick it up. All right then, good work. Да. Come on, get in. А, вот такую я фишку, кстати, видел в такси. Если кто смотрел, там только Мерседесы были. Когда воровали. Так, в ходе ограбленчины, да-да-да, банка, да-да-да, опыт, понятно. Эдито, Рики Люкенс какой-то, ну, китаёз, короче, с нами еще какой-то был. А странно, а вроде вот этот грузовик-то не разыскивают? Странно. Ну, только что им давили
всех налево, направо. Тут бац, вот так вот. Ну, мне так не кажется. Блин, задротер, а? Тут калека нас тут встречает. We need to split up. They're gonna be looking for a crew. I'll wire your cuts when the rocks have been sold. That shit was crazy, dog. So what now? We get out of here. Keep our heads down. Hey, you did good, kid. What'd I tell you, Lester, huh? Mm-hmm. All right, look, everybody take off. Hey, Franklin. Listen, Lester and I got some things we gotta clean up. I want you to stop by the house a little later on. We'll celebrate, all right? All right. Okay. Huh? Mm-hmm. Oh, man. We're back in action. Не, ну отлично, конечно, круто, что мы похитили. Сколько мы там получили-то денег? Прилично. 4 ляма, что ли? Плюс сейчас мы разделим их. О, ограбление состоялось. Так, добыча, повреждение фургона, откуп мадрасу, доля Майкла. Нифига себе, 800 тысяч. Да... Теперь понятно, кто тут речнига Майкл, походу. Франклин всего 209, доля Лестера, доля банд 313, нифига себе.